Ну и уже в это воскресенье мусульмане будут отмечать священный праздник Курбан-Айт. В Астане и Алматы определили места для проведения жертвоприношений. За пунктами забоя животных в столице будут строго следить сотрудники санитарно-эпидконтроля. Жертвоприношения можно проводить только в специально оборудованных местах. На территории будут проверять наличие водоснабжения, морозильные камеры, а также места для временного содержания скота. Медицинскую книжку с допуском к работе и справку о прохождении медосмотра должен иметь каждый, кто причастен к забою жертвенных животных. Должен быть обязательно послеубойный осмотр животных для того, чтобы определить, имеются ли признаки недоброкачественности и непригодности для дальнейшего употребления этого мяса. Обязательно мясо, которое будет доставляться для жертвоприношения, должно быть из благополучных ветеринарных отношений хозяйств. Не допускаются к забою животные, которые подвергались лечению или проходили профилактическое лечение. Животные, которые были обработаны специальными средствами от насекомых до полного выведения этих препаратов из организма животных.